О новой дороге, школе и магазине мечтают жители небольшого села Ульгуле Аксузского района Алматинской области. Электроэнергию сюда провели 10 лет назад. А произошло это благодаря сюжетам в выпусках новостей агентства «Хабар», подготовленных корреспондентом Тлегабылом Мунжасаром, ныне почетным ветераном отечественной тележурналистики. Сейчас жизнь в населенном пункте постепенно налаживается, однако остались и нерешенные проблемы. Подробнее расскажет Гульнар Шантасова. В те годы у нас здесь очень трудно было жить. Как могли, так и выживали. Даже вспоминать не хочется. Начало 2000-х для жителей аула Ульгуле было непростым. Не было ни света, ни воды. Из-за отсутствия элементарных условий жизни основная часть населения уехала. Закрылась школа. Детей пришлось отправлять на учебу в областной центр, вспоминает местный житель Серик Амирхамзин. У нас в то время соседом на двоих был один автономный генератор электроэнергии. Бензина в нем хватало на 6 часов работы. За счет этого и существовали 5 лет. Ну а те детки, которые родились позже, вообще знали в то время об электричестве только понаслышке. Приезда журналистов в те годы жители ждали всем миром. Кому только не обращались, рассказывает Сисенбек Аубакиров. Откликнулся телеканал «Хабар». А сюжет корреспондента агентства Тлеугабыла Мунжасара стал отправной точкой в решении проблемы. Село Ульгили тогда было обесточено на протяжении 7 лет. Его даже хотели перевести в ранг бесперспективных населенных пунктов района. Но жизнь там была. Жители возделывали огороды, разводили скот и не хотели покидать родные места. Конечно, после нашего сюжета вопрос сразу не решился. Но сначала временную электростанцию им поставили. Потом свет провели. В то время проблем на селе было много. Наша задача была объективно рассказать о них. Тлеугабыл Мунжасар к нам приезжал дважды, в его сюжетах были четко, если бы не помощь агентства «Хабар», нас бы так и не услышали, и жили бы мы до сих пор при керосиновых лампах. Сейчас в селе Ульгуле около 20 домов. Сюда стала возвращаться молодежь. Появляются новые дома. Серикбай Адилов вернулся на малую родину из большого города. Решил здесь осесть, скот разводить. Вот только как быть с семьей, не знает. Детям учиться негде. Многие семьи хотят вернуться сюда. Здесь есть все условия для разведения подсобного хозяйства. Главное, есть свет и вода. Вот только школы нет. Если бы была, в ауле новая жизнь бы началась. А еще жители Ульгуле долгое время ждут, когда через их село проложат новую дорогу. Тогда, надеются люди, открылись бы у них и магазины. Ведь за продуктами приходится ездить в соседние населенные пункты, ближайшие из которых в 30 километрах. Гульнар Жантасова, Хуан Штургенбаев, Хабар 24, Алматинская область. 6 работ.